говоря, действительно имеет особое значение для Вигу. Это их начало серьезных отношений. 26 января. Хотя там дата, знаете, с 26, ну там 16 фигурирует, 24, 26. Но мы именно 26 января спрашиваем. Имеет особое значение для Вигу 26 января. Карта вышла «Король жезлов». Вот. И я спросила, здесь «Королева пентаклей» и «Семерка мечей» карта вышла. И вы мне скажете, вот почему «Семерка мечей»? Ну, это, знаете, своего же рода запутывание чего. Ну, вот почему «Семерка мечей» выходит? Ну, потому что непонятно ничего с этой датой. То есть, как я и говорила, там несколько каких-то дат, там 16, 24, там 23, 26, все по-разному пишут. И я так думаю, семерка мечей поэтому вышла. Вот. Потому что, а еще карта скрытости какой-то, это же не обязательно там какой-то обман вот, с их стороны. Потому что вот королева пентаклей вышла, карта. Вообще два персонажа вышли, смотрите. Король жезлов, на них часто такие карты. Вообще в последнее время как-то не выходили, но очень часто выходили. Я же давно делаю расклады. Вот если вы посмотрите с начала канала, там я доставала карты. Коротенькое такое видео у меня. Подтверждает, они действительно реально вышли. Да? Но вот эта карта, она может как-то и говорить, что о каком-то обмане. Вот видите, там охранник стоит. И он его сейчас цапает, потому что он несет, он на вешалке какую-то шмотку, да, вот, то есть он ее украл, в общем, и несет. Но это не только об этом карта, вот, эта карта же может говорить вот именно на отношения, на дату, что нет четко прямых разговоров об этих датах с их стороны. Вообще карта не подтверждение. То есть подтверждения как такового в этой карте нет. Хотя вот по практике она выходила на подтверждение, эта карта у меня. Но она также выходит и нет. Поэтому я достану, конечно, на нее карту. Но здесь, например, недостаток в открытости. Больше всего, я так думаю, она проигрывается. И уйти от прямых разговоров об отношениях. Вот значение в этой карте есть. Приняли важное решение, может быть, по этой карте. Принято важное решение. То есть он же принял решение, вот с кому не сделай эту кофту. И охранник принял решение его целенаправленно остановить. Понимаете, о чем карта? Решение принято об этой дате. То есть дата, если мы посмотрим, тоже интересная карта. Вот если мы посмотрим на картинку, надо обращать внимание на картинки. Здесь нарисовано, видите, такой график, что они достигли уже в работе, да, вот повышение, то снижение, то, ну, например, если привязать к дате, то вот начало, например, по дате, потом взлет, там праздновали, там открыто они по этой дате, а мы видим с описания, читайте описание, и внизу под видео постараюсь оставить. Администраторы разбирают и все, анализируют, работают над этим. И мы видим даже, что когда они были совместно в группе, то они вот по этой карте праздновали это, эту дату открыто. То есть мы видим там их и переписки, и посыл на песни. То есть явное указание, это еще указание, видите, он указывает на, именно на этот график, ну, на эти даты. А потом пошел спад, потому что они начали вот по семерке мечей скрываться. Карта тайн и скрытости. Понимаете, я могла бы здесь по-другому читать карты, но я вижу, что карты, что карты именно хотят сказать, даже вот эта картинка. А еще вот видите, тут, в общем, там у нас звоночек. То есть это информация, понимаете? Донести, возможно, информацию вот этой, ну, сказать что-то о этой дате, заявить о этой дате, донести вот до, там, до арми для всех, что дата есть, в общем, да, вот подтверждение. Ну, они вот скрываются, да, по этой карте.
Ну и вопросы, ну давайте спросим. Они любят, я прям буду доставать по этой карте, чтобы видео было недолго. Они любят зиму, потому что именно в этот промежуток времени, начало отношений, или другая причина? Вот такой вопрос. Они любят зиму? Вот. А карта вышла «Верховная жрица». По этой карте да, карта отвечает да. Верховная жрица любят зиму. И карта какого-то времени, тайных отношений, карта вышла. Да, да. Вот. Кто инициатор этой даты? Кто первый захотел укрепить отношения? Ну, то есть, понимаете, да? Вот решили закрепить отношения и обозначили какую-то дату. Есть инициатор у них, да? Кто, допустим, кто первый? Чунгук или Тэхён? Ну вот я потянулась уже за картой. Чунгук первый. Карта Иерофант вышла, карта союза отношений. Или Тэхён, давайте достанем карту. Ну и карта вышла влюбленные. Две карты вышли реального союза. То есть мы видим, что дата это их дата. В общем, как я люблю говорить, стопудово их дата. Влюбленные и Иерофант. Две карты союза вышли. Кто по них, кто с них? Я думаю, скорее всего, Чунгук. Вообще, влюбленная старше карта. Но более ответственнее карта Иерофант. Поэтому я смею предположить, что это, допустим, предложил Чунгук, вот, предложил прям Чунгук, а Тэхён по этой карте согласился. Это карта выбора и согласия. Вот. С учетом карт, которые вышли, было так. Они каждый год нам подкидывают информацию о них в этот период времени. Это они больше делают для себя или чтобы парми тоже порадовались и поддержали их? Я хочу сказать, что я, в принципе, уже достала карты и затронула этот вопрос. Я сказала, что там четко карты показали, что это их дата, и они есть график этих график этих дат, ну график там видели, да, эти даты четко обозначены, и их эти даты они оповещают арми об этих датах. Это видно из карт, я уже об этом говорила. И смысла теперь, ну и смысла я не вижу доставать больше карт, потому что мы видим с карт, что они реально, в общем, празднуют эту дату и арми об этом напоминают. Фото с премьеры случайно появилось в этом году именно 24 января, заметьте. Или это совпадение? Они имеют к этому отношение, да, вот выгрузили это фото. Они имеют к этому отношение, Тэхён и Чунгук? Имеют к этому отношение? Да. То есть, вот смотрите, какая карта. А здесь рыцарь Пентаклей. Вот. И туз Пентаклей. Да, имеют отношение к этому, прямое отношение. Сейчас я вот скажу об этой карте. Вообще все вышли карты ресурсные. То есть, вот именно то, что они выгрузили вот это видео, фотографии там выгрузили с премьеры. Это говорится о том, что им требуется подпитка. А четверка Пентаклей, смотрите, он сидит на этом сейфе, и как бы с виду он вроде бы пустой, да, на самом деле эта карта говорит о том, что не переживайте, там вот это просто обманка, на самом деле он сидит, сторожит свое богатство, у него реально есть сундучок, и, допустим, он желает же дальше пополнять свой сундучок. И карта в дату и именно в эти фото по примере говорят о том, что в сундучке вот этом у них много еще таких фотографий, и они нам будут их подкидывать. Они вот такие жадины по этой карте и не хотят нам открывать. Я уже доставала там много карт, и перед этим расклад, смотрите, будет несколько видео на всех каналах. И они жадины такие и особо не хотят раскрывать нам все секреты. Но будут еще подкидывать по этой карте, постоянно будут что-то подкидывать.
Частое посещение штатов повлияло на то, что они начали свои отношения, это вопрос. Они смогли там себе позволить больше, нежели в Корее. Это сыграло большую роль в отношениях. То есть вопрос о том, что о посещении штатов. Они могли себе там позволить, нежели больше, нежели в Корее, в штатах. Ну, то есть чувствовать себя более раскрепощенно, там, не стесняться никого, свободно перемещаться парой. И вот, допустим, при посещении в Штатах это влияет на какие-то отношения для них, что вот эта раскрепощенность больше, не скрываться. Вот, давайте достанем карту. Карта вышла император. Ну, карта, в принципе, говорит сама за себя. То есть по этой карте однозначно они бывают совместно за границей. Так, карта вышла башня здесь. И вышла девятка кубков. Вот смотрите, девятка кубков, это же карта у нас отношений, карта чувств. Это, знаете, вот если десятка чаш, она говорит о... союзе, крепкий и долгий союз, это уже реально на семью, на брак, все слажено. Девятка кубков говорит о романтике какой-то. А, допустим, башня может говорить о перемещении, вот она связана, эта карта, с самолетами, с транспортом связана, с информационным потоком, с какими-то событиями, ситуациями. Это не обязательно, вот, например, там, здесь вот нарисовано, там, да, что какая-то там катастрофа такая вот здесь на карте, да. Вот, но карта связана вообще такой... информационный по ней поток, передвижение может быть любого рода. И я сказала по поводу штат, да, вот штаты и романтик. То есть они тут посещали штаты, там свободно общались, посещали вот кафе, возможно, рестораны, устраивали себе романтические ужины. Ну вот карта сама за себя говорит, да. Общее ее значение – карта чувств. И очень сильных чувств. Это девятка чаш, карта любви. А император – это вот спланировать, посетить, поехать, организовать себе вот этот романтик. Вот прям две карты говорят – организовать себе этот романтик. Вот. Так что, да, они чувствовали себя там раскрепощенно вот по этой карте. И свободно там посещали там кафе, рестораны, гуляли. Проводили прекрасное время, и, в общем, по этой карте они сами себе хозяева. Карта император вышла, они сами себе хозяева. Отношения, конечно, карта – это укрепить отношения, больше укрепить отношения. Это надежные такие отношения, стабильные отношения. Подойти к этому трезво, со всей ответственностью, убрать какие-то иллюзии. А вот эта карта – убрать иллюзии, понимаете? Вот, карта стремлений, к максимальной близости какой-то, открытости. Вот, и, например, там что-то обсудить в отношениях, если какие-то вопросы возникли и так далее. В общем, замечательные карты вышли. Вот. Спасибо вам за поддержку и всем пока.